дела у меня нормально, только я немножко переживаю, а так я готова ответить на все ваши вопросы. А почему она должна мне мешать? Я прекрасно себя чувствую, играю с другими собаками. Совершенно не боюсь грома и очень громких звуков, поэтому все прекрасно и жизнь прекрасна. Моей маленькой коротенькой жизни было уже достаточно грустных моментов, но самый грустный, который до сих пор трогает мое сердце, это потеря моего самого главного и самого любимого друга Рокки. Я очень по нему скучаю, мне не хватает наших прогулок, то, как он играл со мной, делился всеми игрушками, своей лежанкой. Для меня это... Мне... Я очень-очень скучаю по нему. И очень сильно его люблю. А знаете только, как он защищал меня от всех, кто желал мне зла, кто мог меня напугать. Рокки был самым лучшим для меня героем. У нас было очень много классных моментов вместе. Поэтому Рокки и все, что у нас было, останется навсегда в моем памяти и в моем сердечке. Всего люблю играть со своими друзьями. Это Хэппи, Ника, Перс, Людвиг и многие другие. Мы очень классно гуляем, играем в любое время суток. Люблю поспать, поесть и, конечно же, новые игрушки. Это обязательно. Моя самая главная мечта, чтобы все мои собачьи друзья, которые были там в приюте и с которыми мы виделись на время, когда я еще не встретила маму, это чтобы у них у всех был дом. И самое главное, такая же хорошая семья, как у меня. Еще, конечно, я не против съездить на море. Ну, мне, конечно, не видно мои ушки. Ну, хвостик я иногда вижу, но язык сам по себе живет. Поэтому мне, конечно, очень приятно, и мама мне часто об этом говорит. Поэтому, ну, мне приятно, спасибо. Конечно же, мне очень приятно, когда вы смотрите мои видео, когда пишете приятные комментарии, сообщения маме, она мне все передает, и я очень радуюсь вообще всему. Спасибо вам, я вас очень сильно люблю и всех очень крепко обнимаю. Пока-пока!